Уважаемые жители и гости нашего города, с 10 марта у нас начинается месячник удмуртского языка и удмуртской культуры. Мы вас всех приглашаем, у нас запланировано очень много мероприятий в детском саду, знакомство дошкольников с удмуртской культурой, в школах, дни удмуртской кухни, также в центрах мастер-классы и клуб удмуртских женщин «Купанча». А еще очень важное мероприятие – в дни закрытия удмуртского языка и культуры к нам приезжает Айкай с Удмуртской республики. Мы вас всех приглашаем. Будет 30 марта в ГЦК.